Доброго времени суток. На этой неделе у нас матч с командой недели. Комьюнити выбрала команду недели. Сейчас мы ознакомимся с ее составом. У нас, как всегда, все топы. Рубхинс, 92-я максималка. Ну, то есть Мэтьюс Капризов у нас, конечно, не максималка, но они очень хороши. А в команде выбранные сообществом. Сейчас посмотрим, кто в составе. Играем на уровне Суперстар. 4700 очков за первое... О, за победу. Итак, смотрим. Копитер 89-й. Тейвс, 87-й, Карлсон, 85-й, Нуджи Хопкинс, 85-й, Кадри, Талис Сигин, 86-й, Тейлор Харф, 86-й, новый вышел, Шон Кутюри, 87-й, Ше Теодор, 89-й, Эвглот, 88-й, Бохорвуд, 86-й, Нос, Троба, Ньоландер, опасный, Жанни Гордо, Тео Терри, Мотис Шейдер. Бредди Ткачук у нас тоже в составе, он весь взяли попробовать. Ворота защищает Хеллебак. Ух ты, что он 85-й, Зверюга и Андерсон. Не знаю, кто у них будет в основном составе. Так, ну наш состав могу показать. Давайте по звеньям. Сразу пойдем. Первое звено Макдэвид справа. Остин Мэтьюс по центру. Хинц слева. В защите Пронгер, 89-й, Кейл Маккар. Дальше мы Сергея Зубова улучшили до 89-й, слева Квин Хокс, один из лучших защитников вообще во всей игре. Второе звено у нас, да, так тяжело искать, Стэмкос по центру, Капризов слева, Свечников справа. Так, и последнее звено, четвертое, третье попозже расскажу, четвертое, вот у нас молодежная сборная, США, участник молодежного чемпионата мира, и член сборной Канады, МакТевиш. По центру у них Ник Сузуки идет. Третье звено, Овечкин, 89-й, по центру Дрезеттер, и справа на пробу мы Брэдди Ткачука поставили. Посмотрим, что он из себя представляет. Поехали, начинаем матч. Труп Хинц очень недоволен этим игроком. Вообще один из лучших. У него спецособенность Wheels еще есть. Зверская скорость. Опасно. Пас на вторую эшелон атаки. Сейчас Пронгер. Макдэвид. Кто-то не туда пас сделал. Да, сейчас очень жестко Крис Пронгер поступил с Тейвсом. Хотя удалили Кирилла Капризова за задержку. Нет, Макдэвид, который всегда забивает выходы один на один, у нас в этот раз... Ребята, второе удаление у нас.
Сейчас придется отстаивать. Минуты 15 секунд, втроем мы будем играть. Так, Раск нас спас один раз. Так, ну Пронгер не догонит уже. Хотя догнал. Квин Хьюкс. Да, Квин Хьюкс забивает. Очень высокая скорость у этого игрока. Так, уже в равных составах мы были, поэтому отбились мы. И посмотрите, какой проход Стэмкоса. Просто раскатал всех. Очень красиво. Можно повторчик посмотреть. Потому что гол интересный. Стэмка сделал замах, ждал соперника, пас некому было отдать, и потом просто... Показал вратарю, что будет бросать, и потом ушел в ободку, и над щитком вратаря забил гол. Красивый момент. На индивидуальном мастерстве Стэмка забил гол, 2-0 мы выигрываем. Бросок из-под защитника. Опять Стэмкос. Ничего себе, как Сегуин ушел. Так, Роман Йоси. Да, Роман Йоси сначала дал себя обыграть, потом свалил. Надо, конечно... А, еще и булит. Надо его прокачивать, Роман Йоси. Неплохо. Только раз в очередной раз нас спасает. Вот и Брэди Ткачук, кстати. Мактавиш, кстати, ушел. Я его два раза ушел от защитника. Три. Сэр Джонс атакует.
не прошел на Ника Сузуки. Не прошла передача, точно был бы гол. Он вайн-таймер, все голы забивает. Неплохо, четвертое звено в конце атаковало. Второй период завершили. Ой, первый период завершили, второй начинается. 2-0 выигрываем. Обоюдоострые шансы у команд. Нам просто побольше повезло. Макдэвид выдал передачу на Капризова, но Капризов не смог реализовать момент. Так, подножку зачем-то фол в атаке. Так, Стэмкос ушел тоже, один на один не смог реализовать момент. Так, удаление закончилось, выстояли, подходит к экватору игра. Ну, пока не чувствую такой прямо силы команды недели. Вот и бросок в девяточку. Маккейл Макара. Шон Кутюрье пытался войти в зону. Посмотрим на Романа Йоси. Бросок, точнее щелчок. Так, вот здесь у нас немножко... Хороший бросок, кстати... Так, надо отбиться, потом... Хороший бросок был Мэтьюса. И вот Кейл Макар убежит или нет? Не смог завершение сделать. Как обыграли, а? Сейчас нашего Дрозайтер. Новички на пас не прошел. Пронгер. Да, пора молодежи выходить. Но
Не успели. Свалили на нашем игроке. Да, Ник Сузуки вантаймер вообще идеально исполняет. В очередной раз. Супер классно открылся под бросок Сета Джонса. Так, молодежь на поле. Четвертое звено. Да, Дикинсон. Очень быстрый игрок. Вратаря обыграл на одном метре. Руки очень быстрые у игрока. Тяжело будет сборной России играть против команды США на этом турнире. 26 декабря начинается чемпионат мира. Смотрите, Дикинсон получает шайбу. И сразу, смотрите, с неудобной на удобную и в девятку. С кистей. Без шансов вратарю. Так, посмотрим, кто стоит, кто такой дырявый в команде соперника. Дырявый у нас... Странно. Халибок. 85-я карта у него очень мощная. 4 секунды до конца второго периода. И третий период. Будем подводить итоги. Кстати, у нас Брэди Ткачук так, по-моему, и на поле мало выходит. Третье звено справа. Через борт пас на Капризова. А Капризов слишком грубовато играл. Да, Капризову придется 2 минутки посидеть. Да. Встретили нашего защитника. Халкар тоже не прощает таких моментов. Теллер Халл. Давайте выпустим молодежь. Давайте Брэди Ткачука посмотрим, кстати. Вот он в третьем звене справа играет, 7-й номер. Я так и не понял, что он может, а надо посмотреть. Здоровый игрок, мощный. Он сразу же шайбу потерял. Point blank stop by Rask. They worked the puck into a scoring spot. Got a pretty good chance.
Да еще удари не заработал. Ну, как-то он какой-то медленный, в общем. Некоторые игроки сразу нравятся. Вот у него не три раза шайба была. Три раза ничего не показал. Пять зубов. Никто не поверил, что Зубов будет пас отдавать. Анжи Копитер. Четвертое звено на льду у нас. Брэди Ткачук. Не буду его брать, сейчас продам. Тавиш как разобрался. Жалко, гол не получился, но раскатано, разыграно все очень круто. По ягодице попался Эд Джонс своему игроку. Так, на вратарь эту комбинацию знал, видно, что уже смесился заранее. Неточный пас. На матче передача не прошла от МакДэвида. Да, Талос опять начал передачу на Тело, да. Сейчас очень красиво убрал под себя. Просто разобрался. Давайте посмотрим. Давайте получает передачу. Берет под себя. И бросок. Красивый, красивый гол Тауса. Сняли у вратаря соперник. Ну не могут в зоне закрепиться у нас. Но мы тоже не можем выйти и гол в пустые ворота забить. Икру пробил своему игроку Пронгер.
Ну, команда недели, в общем, слабоватая. Так, почему у нас 6 тысяч написано, мы заработали? Шесть тысяч за один матч, не понимаю, что мы тут такого особенного сделали. Ну ладно, 7 тысяч до 7 тысяч. Все, матч с командой недели сыгран. Спасибо за просмотр. Попробовали в Reddit Ткачука, не работает. А вот молодежная сборная Сузуки, Мактавиш, Дикинсон сыграли просто классно. Удачи всем, ребят, пока-пока. И почему 6 тысяч очков мы заработали, тоже непонятно. Пока.